Друзья, всем привет, с вами Санек. В общем, такой незапланированный видос. Говорить буду от себя, поэтому сильно не пинайте. Он будет коротенький, но по делу. Ни для кого не секрет, что всемирная паутина – это такая штука интересная. И там нет-нет-то появляются мошенники. Участились случаи, друзья, взлома WhatsApp. Вот, я не исключаю такую возможность, что и мой аккаунт взломают когда-то. Просто знайте, в этом месяце ко мне на телефон уже приходило два подозрительных сообщения. Вот, как оказалось, это действительно были взломанные аккаунты у людей. Один был взломан сегодня. Вот, ну не мой. Пока Бог, как говорится, отвел. Вот здесь вот скриншот. Пишет Саня. Ну, не Саня, говорит, помоги там, займи 65 тысяч, да, грубо говоря. Я беру, перезваниваю человеку, и вот такой вот ответ, друзья, слышу. Алло. А, Леш, привет. Да, взломали телефон, никому ничего не переводите. Все, понял, ага. Давайте. Давай. Элементарно просто человека взломали. Вот такие вот дела, хотя знаю, что он никогда... Вот такой вот случай. Чуть-чуть ранее, друзья, вот здесь скриншот. Человек мне писал. Мы общались немножечко. Зовут его тоже Александр. И присылает вот такое вот сообщение. Да, я, Саня, только с брусники вернулся. Сейчас открываю WhatsApp. Тут уж попутал все на свете. 5-го как уехал вечером, 6-го тут что-то разошлось. Всем. Ну, не спешите переходить по всем неизвестным ссылкам, которые приходят к вам на телефон. Вы сначала поинтересуйтесь, что это, для чего это, как это. Особенно те ссылки, которые просят подключиться удаленно на чей-то компьютер, понимаете? Для доступа там подтвердите, там ничего не нужно подтверждать, друзья, абсолютно не ведитесь. Всегда можно позвонить, связаться, узнать, что к чему, так вживую, да, услышать голос человека, да, услышать проблему и так далее и тому подобное. Друзья, будьте более внимательны, будьте более бдительны. Вот. Ну не ведитесь вы на этих вот телефонных мошенников, будь то они там с милиции, с полиции, там, с прокуратуры, откуда они там, с ФСБ могут звонить. Поверьте, если вы заинтересуете... силовые вот эти все структуры, да, за вами приедут, не переживайте, вот, никто вам названивать просто так не будет, это все телефонные мошенники, вот, с моей стороны, смотрите, друзья, если вдруг с моего телефона, с моего аккаунта кому-то придут сообщения подобного рода, там, ссылками, там, да, с просьбой занять денег, там, еще какими-то там движениями, делами, поверьте, эти проблемы я решаю только в разговорном порядке. Я никому никогда с подобными вещами не обращался и обращаться не собираюсь. У меня есть кому обратиться за помощью, да, и так далее и тому подобное. Если вдруг я окажусь в какой-то трудной ситуации для меня, да, либо вот вживую вот так вот могу пообщаться. Мне не стыдно, не сложно, понимаете, это жизнь. Мы живем в таком мире. Вот, как-то так. Поэтому... Друзья, будьте бдительны. Возможно, я повторюсь еще раз, возможно, меня когда-то тоже взломают. Если придут сообщения с моего аккаунта кому-то там помочь там финансово, там еще какие-то, не ведитесь, это не я. Это я дам потом объявление, что меня взломали, либо что-то подобное. Так что вот такие вот дела. Эти вот только за этот месяц, за месяц сентябрь 23-го года, уже мне лично известны два случая. Вот. А по стране их и по миру их миллионы, просто миллионы. Всем пока, с вами был Санек. Берегите себя, своих близких, родственников, всем мира и добра. Скоро увидимся.